Всех приветствую на своем канале. В сегодняшнем видео я вам хочу показать, как сделать вот такую замечательную шапочку героя мультфильма «Беззубик». Вяжется она очень быстро, легко и красиво. Я вам сегодня расскажу основные принципы вязания этой шапочки. Она у меня на жгутиках, и вот как связать вот такие вот все детальки. Серединка у меня тоже получилась красивенькая, все очень ровненько, гладенько. Размер шапочки рассчитан на обхват головы где-то 52-54 см. Максимально сантиметра, то есть плюс-минус, ну, будем грубо говоря говорить о 50, даже 1-54, вот так вот. Если вам понравилось, конечно же, присоединяйтесь, вяжем вместе. Я брала хлопок для изготовления этой шапочки. Вы можете взять, если она у вас на осень-весну, то можете взять полушерсть, либо ниточку с добавлением мериноса. Итак, в общем, мы начинаем вязать. Обязательно не забывайте ставить лайки. Для вязания я буду использовать пряжу от фирмы Yarn Art Jeans. Это пряжа хлопок и полиэстер. Если хотите, возьмите полушерстяную пряжу классической толщины. Понадобится двух цветов, это черный и салатовый. Можете взять салатово-желтый, в общем, какой вы хотите, чтобы были глазки. Пряжа вам понадобится, если вы будете вязать хлопковую, то где-то пару моточков черного и немного салатового. Также понадобится вам крючок. Я взяла 1,7, это у меня крючочек такой вот, не слишком толстый под свою пряжу я взяла. И ножнички для обрезания кончиков. Также нам понадобится иголочка для сшивания деталей. И если вы пользуетесь маркерами в процессе работы, то возьмите еще маркеры. Также нам понадобится ваше хорошее настроение. Мы начинаем вязать. Я не стала углубляться в сам процесс вязания основы шапочки. Я вязала днище по вот такой схеме. И затем постепенно переходила на, скажем, переход в глубину шапочки вязать. То есть я приблизительно вот так вот вам сейчас покажу. По схеме там прибавочки до 6 столбиков прибавка. Я делала еще, получается, у меня кружочек тот, который на схеме. Это столбики без накида, просто без прибавления и убавления вы провязываете. Вот он последний ряд по схеме. Затем я еще сделала ряд прибавлений, ряд столбиков, ряд прибавлений. Это, то есть, я продолжаю эту схемку. Я не художник, но вот и вам так сейчас наглядно покажу. Снова ряд столбиков, просто без изменения, то есть провязываете. То есть это переходик, тот, который с днища до шапочки. Затем снова ряд прибавлений, но здесь в последнем ряду прибавлений, 14 он у нас по счету, я сделаю таким образом. Смотрите, я сделаю прибавление через одно. То есть всего у нас при наборе кольца амигуруми или столбиков у нас было 12 столбиков. То есть в каждом ряду у нас добавляется по 12 петелек, по 12 столбиков. И вот в последнем ряду, в 14 прибавлении, я буду через столбик прибавлять. То есть в последнем ряду прибавлений я сделала 6 всего лишь прибавлений. Вот оно, одно в начале, затем через прибавление. То есть одно я пропускаю прибавление, одно пропускаю прибавление. Пропускаю это как? Просто провязываю столбик. Ну, то есть не прибавление 2 столбика в одну петлю, а просто столбик. И через прибавление. То есть я в последнем ряду прибавлений наших добавила всего 6 петелек, а не 12. И затем 15 ряд, это просто столбики без накида по кругу. И так я столбиками вязала глубину шапочки. Вот до вот этих вот моментов у меня глубина шапочки. Сейчас вам подскажу. Вот от начала до кольца где-то приблизительно 19,5-20 сантиметров. То есть вот здесь вот у меня 20 сантиметров. И вот я провязала, получается, еще после последнего ряда столбиков без накида еще 12 рядочков. То есть у меня получилось вот такое вот увеличение, прибавление с высоты шапочки. Еще 12 рядочков после последнего убавления. У меня получилась вот такая вот основка обычными столбиками с накидом. И теперь, смотрите, нам нужно будет поделить
полностью нашу последнюю провязанную окружность, будем считать, что шапочка наша высота провязана, вот она последняя, я вот сейчас жирным так выделю, последний ряд, вот он наш столбиков провязан, и нам нужно его поделить на 5 равных частей. То есть вот после последнего прибавления у нас получилось в итоге при провязывании шапочки 126 столбиков с накидом. Нам эти 126 петелек нужно поделить на 5 равных частей. То есть будем считать, что вот это наш стык рядов. Вот от него нам нужно сделать, отделить, это одна часть из 5. То есть вот он наш, так скажем, начало-конец ряда. И нам нужно его ровно вот так вот с одной и с другой стороны взять такое количество петель, чтобы это была одна часть. Теперь смотрите. Берем вторая часть. Третья часть — это у нас части ушки. И ровно делим вот так вот пополам от этих двух частей. То есть смотрите. У нас поделилась одна часть, это задняя, затем две боковые, это ушки, и две части перед, то есть у нас перед занимает две части. Вот таким вот образом нам нужно поделить нашу шапочку. То есть если мы 126 столбиков поделим на 5 ровных частей, то у нас в каждой части будет по 24 столбика с накидом. То есть 24, 24, 24... И сзади у нас тоже получится 24. Но вот эти вот наши отделения, которые я вот разделение делала, это тоже петельки. То есть в каждую 25-ю петельку вы ставите маркер. Отсчитываете 24, ставите маркер. Но при этом у вас задняя часть по 12 столбиков. То есть 12 и здесь 12. Это у нас 24. Точно так же и здесь. 12, после 12 отсчитанных отсчитываете 24 в 25-ю маркер. Снова 24 в 25-ю маркер. 24 в 25-ю маркер. То есть вот эта получается часть у вас должна быть ровно с задней полосочки. То есть вот эти вот соединения рядочков соединительными столбиками ровно должна быть половинка. Это перед. У меня... Здесь получилось 62 петельки. То есть, вот если мы сложим две части ушка, одну часть из переда и часть с задней части, у нас 62 петельки. 63, если быть точно, но вот эти петельки, вот как я вам еще раз говорила, стыковые петельки, вот эти разделительные, я их не считаю. Поэтому начинаете от... начало ряда или конца ряда, как вам удобно, вот от этого стыка, отсчитываете 12 петелек, вставляете в 13-ю, затем 24 в 25-ю, вставляете 24 в 25-ю, вставляете 24 в 25-ю, 24 в 25-ю. И у вас здесь получается 12, ну, может быть, здесь у вас получится 25, так как здесь нет разделения. В общем, итак, делим на ровных 5 частей. Смотрите, у нас вот соединение наших рядочков, одна часть, две части для ушек и ровно посередине вот эта вот ровно такая вот шапочку, если сложите вот так вот пополам, она у вас ровно получается прямо от вашего начала и окончания ряда. Вот она у нас. Вы можете сразу эту ниточку вот так вот вытащить или маркер, если у вас вы маркером пользуетесь. И у вас получается просто вот таких вот два отделения. Это у нас ушки. Теперь берем моточек ниточек. Хотите, можете взять второй моточек. Мне, например, удобно с, так скажем, с внутренней части достать вот этот второй кончик. То есть вот он у нас с внутренней части второй кончик. Эту ниточку пока не обрезайте. То есть не спешите никогда обрезать ниточки. Она нам еще пригодится. Первое ушко я уже сделала. По принципу тому, как мы сейчас будем вязать второе ушко, вы самостоятельно сможете сделать и первое. То есть, смотрите, находим между нашими маркерами ушко.
и берем ниточку. Ниточку вы можете вытащить с середины этого же моточка, либо взять из следующего моточка, ну то есть как вам удобно. Берем краешек ниточки, эту ниточку не спешите обрезать, она вам еще пригодится, поэтому не обрезая ее, возьмите краешек, еще раз повторюсь, либо с середины этого моточка, либо со следующего моточка начала. Теперь находим наш маркер, у меня это ниточка, вот она у нас так вот выглядит, у меня черная сливается, но мне ее достаточно видно, я надеюсь, что вы поняли, о чем я говорю. Вот она у нас петелька, в которой маркер. Пропускаем ее в следующую петельку, вставляем крючок. То есть вот они наши два маркера, между ними вот это вот наши 24 петельки. Мы в первую из них вставляем крючок. Теперь захватываем новую ниточку рабочую и делаем воздушную петелечку, как бы закрепляем ее для работы. Подтягиваем петельку и делаем еще 2 воздушные петли подъема. Теперь смотрите, вот это наша рабочая ниточка, которую мы ввели сейчас, у нее есть хвостик. Вы кладете хвостик на вот эти петельки рабочие, которые сейчас будем провязывать. Делаем накид и в следующую петельку делаем столбик с одним накидом. У нас 3 петли подъема, точнее 2 петли и 1 петля закрепления заменили 1 столбик. Поэтому мы продолжаем и считаем. Это у нас сейчас 3 столбик с одним накидом. Мы просто вяжем по столбику с накидом в каждую петелечку. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. У меня как раз таки хвостик на 13 закончился. Я немножечко его подтяну. И смотрите, его с внутренней стороны абсолютно не видно. Вот этот краешек хвостик я обрежу, чтобы он мне не мешал. Дальше продолжаю, вставляю крючок и продолжаю. 14, 15, 16 и так далее. То есть вы поняли, мы просто вяжем по столбику до следующей отметочки, до следующего маркера. Вот она у нас уже на подходе. Мы довязываем до нее столбики, но в нее мы не провязываем столбик. То есть мы ее оставляем для обвязывания. Крайние петельки мы оставим для обвязывания. Чтобы не слишком широкие ушки были, тоже не очень. Когда широкие и в носке, это не очень удобно для тех, кто вяжет более, скажем так, практичную полушерстяную для улицы шапочку. Вот, смотрите, чтобы ушко у вас не слишком широкое было. Итак, вот я довязываю последний столбик. У меня получается, сейчас вам скажу, вместе с петлей подъема 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Как я вам и говорила, в каждой петелечке по столбику средней, не трогая наши петельки с маркером, 24 столбика. 23 столбика полных с одним накидом и 3 петли подъема, заменяющие нам столбик. Теперь делаем 2 воздушные петли подъема. И в каждом начале ряда я буду делать по 2 петли воздушные подъема. Поворачиваем наше вязание на изнаночную сторону. Так как у меня ниточка черная, вы постарайтесь максимально слушать то, что я делаю. К сожалению, светлее ниточку я на беззубика не решилась взять. Итак, делаем накид и первую петлю основания двух петель подъема делаю незаконченный столбик с накидом. То есть у меня на крючке сейчас 2 петелечки. Снова делаю накид, в следующую петелечку делаю неполный столбик с одним накидом. У меня на крючке 3 петелечки, то есть 3 непровязанные до конца столбика. Соединяю их общей вершиной. Таким образом я буду в каждом в начале каждого ряда делать убавление. Теперь я провязываю просто столбики с одним накидом в каждую петелечку по столбику до конца ряда, до последних 2 петелек в ряду. То есть 3 сейчас я провязала столбика, далее 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. И вот здесь вот находим, я не буду довязывать 20 столбик, хотя по идее у нас он должен быть, так как мы сделали сокращение из двух в начале и сделаем сейчас сокращение из двух, у нас должно быть 20. Но я вот эту третью петелечку не буду считать за столбик, я просто беру, делаю снова 2 незаконченных столбика, 1, и здесь же в следующую петелечку, 2, на крючке 3 петли делаю общую вершину. То есть просто делаю сокращение. Последнюю петелечку я не считаю за столбик, хотя в идеале она у нас должна быть столбиком. Я делаю такие резкие, скажем, сокращения для того, чтобы у нас пошло ушко хорошо на скос. Если вы хотите постепенное, можете довязывать и ее. Снова делаем 2 воздушные петли подъема, поворачиваем наше вязание, делаем накид и в петлю основания провязываем незаконченный столбик с накидом. Снова делаем накид, следующую петлю незаконченный столбик. То есть просто провязываете не 2 раза, а 1 раз. На крючке у вас 3 петелечки, соединяйте их общей вершиной. И снова провяжем просто по столбику в каждую петелечку до последних 2. Первый столбик, второй, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Для тех, кто не успевает, ставьте на паузу, либо включайте в настройках YouTube. Как сделать помедленнее? Я, честно говоря, не заостряю на этом большое внимание, поэтому вяжу побыстрее. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Опять же, не довязывая 18-ю петелечку, я делаю незаконченный столбик с накидом. И в следующую петелечку незаконченный столбик с накидом. Соединяю их общей вершинкой и делаю 2 петли воздушные подъема. Поворачиваю вязание и снова, как вы уже поняли, я делаю просто сокращение. В начале убавочку, делаю 2 непровязанных до конца столбика и соединяю общей вершиной. И в конце просто 2 столбика провязываю с общей вершиной. Посередине между убавлениями в начале и в конце ряда у меня просто идут столбики с одним накидом. Таким образом я делаю вот такой вот треугольничек ушка. Просто делаем убавление. И я продолжаю 2 столбик провязывать, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. И снова делаем убавление 2 неполных столбика в конце, провязанных с накидом. И общую вершину делаем на 3 петельках. Снова делаем 2 воздушные петли, поворачиваем наше вязание. И опять в петлю основания делаем неполный столбик, в следующую петлю неполный столбик с накидом. И делаем общую вершинку. Теперь снова до последних 2 петелек. Можете даже не считать столбики, я думаю, здесь вы не запутаетесь. Просто до 2 последних петелек, до 2 последних столбиков в конце. Провязываем просто столбики с одним накидом. И затем снова делаем убавление. То есть провязываем 2 неполных столбика с накидом, соединяя их общей вершинкой.
То есть ничего абсолютно сложного здесь и такого непонятного не должно быть. Ну, у кого какие будут вопросы, обязательно задавайте в комментариях. И вот мы снова дошли до двух последних петелек. Делаем предпоследнюю петельку, столбик неполный. И в последнюю петельку делаем накид и неполный столбик. Общей вершиной 3 петельки соединяем. И вот получается у нас вот такое вот постепенное убавление. Снова 2 петли подъема, поворачиваем наше вязание, делаем накид в петлю основания неполный столбик, в следующую петелечку неполный столбик, соединяем общей вершиной и дальше вяжем каждую петельку по столбику до последних 2 столбиков. Точно так же будете вязать и второе ушко. Точно, абсолютно все так же. То есть в начале сокращения и в конце каждого ряда, посерединке между сокращениями и убавлениями нашими, идут просто столбики, самые обычные столбики с накидом, какими связана наша вся шапочка. Вот так вот обычными столбиками. Такие сокращения мы будем делать, пока у нас между убавлениями не останется 5 столбиков с одним накидом. Вот оно, наше убавление последнее сделали. 2 петли подъема. Поворачиваем наше вязание. Делаем петлю основания убавления. Во вторую петлю неполный столбик. Вот так вот. И доделываем убавление вершиной общей. Провязываем. 1, 2 и так далее. До 2 последних петелек. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И делаем сокращение 2 недовязанных столбика с накидом и делаем общую вершину им, провязываем 2 петли подъема, поворачиваем наше вязание, снова наше сокращение в петлю основания, в следующую петлю неполный столбик, общей вершиной соединяем. И довязываем столбики. Один столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. И снова делаем убавление, 2 недовязанных столбика с накидом, общей вершиной соединяем. Делаем 2 петли подъема и делаем сразу же наше сокращение. В петлю основания незаконченный столбик с накидом, следующую петелечку незаконченный столбик и общей вершиной соединяем. И начинаем провязывать наши столбики с накидом. 1, 2, 3, 4 и 5. Как вы поняли, это последний ряд убавлений. Недовязанный столбик в предпоследнюю петлю и в последнюю петелечку недовязанный. Соединяем общей вершиной. Делаем 2 воздушные петли. Немножечко привытяньте ниточку, чтобы вам было оставить немножечко вот так вот для заправления кончика. Подтягиваем все наши 2 петельки воздушные и крючком прячем вот этот вот кончик, чтобы нам его было просто и легко завязать. Так скажем, по ходу обвязывания нашей шапочки мы его закрепим его здесь, завяжем, и он не будет у вас уже никуда выползать. Обрезаем краешек лишний, который у вас. Наше ушко готово, второе вяжется аналогичным образом. Тоже 2 воздушные петелечки в конце, затягиваем их хорошо, прячем кончик. И сейчас ниточка, которую вы, надеюсь, все-таки не обрезали по моим, так сказать, рекомендациям, мы будем сейчас обвязывать полностью основку нашей шапочки. Разверните к себе передом шапочку и если вам все нравится, подходит, примерьте на ребенка или на кого вяжете. Если вам ушки точно так же все устраивает, размеры, расстояние, так скажем, между лбом и ушками, ну, достаточно, то есть, чтобы все не выпирало никуда, не теснило, все примерили, все идеально,
Значит, вытаскиваем наши маркеры, которые оставляли. То есть наши ниточки я оставляла, вы хотите там маркеры. В общем, что у вас, убираем эти ниточки. У нас получилась вот такая замечательная основка. Поворачиваем наше вязание вот здесь вот сзади, где мы закончили ряд. И теперь я делала соединительный здесь столбик, думаю, что вы тоже. Подтягиваем нашу последнюю петельку, которую я привытянула для того, чтобы не распустилось ничего. Делаю петлю подъема и начинаю в каждую петелечку провязывать столбики без накида. Обратите внимание, обвязываем мы столбиками без накида. Полностью в каждую петелечку провязываете по одному столбику. То есть как бы начинаем обвязывать. Вот. Доходим, обвязываем столбиками до ушка. И вот здесь вот будем обвязывать, начинать ушко. По всему полностью периметру. С одной стороны, сверху, с другой стороны. Ну, сверху это у нас сейчас, если перевернем шапочку, то это снизу, где у нас будет присоединяться жгутик или завязочка. И вот доходим до ушка, находим максимальное вот здесь вот, куда можно сделать столбик без накида. То есть приблизительно один столбик с одним накидом равен двум столбикам без накида. Но я буду делать как бы на два столбика с накидом, три столбика без накида. Мне этого кажется достаточно. Слишком я тоже не люблю, чтобы было при обвязывании, так скажем, помпезно столбиков, чтобы они не... в общем, не закругляли, что ли. Если вы обвяжете слишком туго, то у нас будет крутиться ушки. Если провяжете слишком свободно, тоже не очень будет красиво. Поэтому здесь так вот обвязываете на глазок. Я всегда обвязываю на глаз, чтобы у нас было очень все так красивенько и ровненько. Посмотрите, то есть вот у меня получается вот такое обвязывание. Я начала петлей подъема. И вот они у нас столбики. Просто по всему, еще раз повторю слово периметру, обвязываем столбиками без накида. Полностью всю шапочку. Мы сейчас провяжем ушко, столбиками обвяжем. Затем перейдем плавно к передней части, затем снова ко второму ушку. Будем считать. Сейчас мы провязываем правое ушко, то будет левое ушко. И перейдем на заднюю часть нашу. Здесь у нас вообще очень просто обвязать вот с этой стороны, где мы с вами прятали кончик вязания ушка. Вот здесь вот при поворотах можете провязать по 2 столбика с одним накидом в одну петелечку, для того, чтобы сделать как бы плавненький переход. Если вы здесь провяжете по одному столбику, вот здесь вот в уголочках, то у вас получится такой вот, как заворотик. Вот чтобы его не было, провяжите по 2 столбика в одну петелечку. Здесь у нас идет над столбиком с накидом столбик без накида. Здесь снова мы дошли до уголка, провяжем 2, в одну петелечку 2 столбика с накидом. И продолжаем обвязывать по всему краешку вот здесь вот. Смотрите, получается довольно-таки симпатично, ровненько, красивенько. Я думаю, что вы здесь продолжите самостоятельно. Вот посмотрите разницу. Не обвязанная и обвязанная. Кому нравится обвязанная, супер, ставьте лайк. Кому нравится не обвязанная, я не знаю, можете оставить так, хотите, если можете обвязать сначала столбиками, затем рачьим шагом. Но, честно говоря, вот при вязании вот таких вот обычных шапочек я всегда использую простое обвязывание столбиками без накида. Итак, в общем, продолжаем обвязывать вот здесь вот по всему краешку. И закончим мы обвязывание там, где начали. Дообвязываем нашу шапочку, но до последнего столбика я вам не рекомендую доходить. То есть пропускаете последний столбик, не довязываете и сразу делаете соединительный столбик в первую петелечку. Почему не довязали? Для того, чтобы у вас здесь был красивый, ровный, законченный краешек. Если вы довяжете, получится так, как бы немножечко как приподнятая серединка вот здесь. Поэтому не довяжите и
сейчас нам нужно будет спрятать вот эту ниточку. То есть берем ножнички, обрезаем и прячем вот этот краешек ниточки в наше вязание с изнаночной стороны. Можете вдеть в иголочку ниточку, как вам будет удобно. У нас получилась вот такая замечательная шапочка-основка. Теперь нам нужно сделать жгутики. Жгутики, завязочки. У меня есть видеоурок предыдущий записанный, поэтому я не заостряла свое внимание и сделала уже готовые жгутики. Хотите, можете взять крючочек побольше, хотите, можете этим же крючком сделать. Находим серединку ушка, вводим сюда крючок, захватываем жгутик, вот эту вот часть там, где у нас петелька. И вот так вот продеваем его. Захватываем жгут сам и продеваем сквозь образовавшуюся петельку. Вытаскиваем жгутик наш и вот таким вот простым способом мы его присоединили к ушку шапочки. С одной стороны мы сделали жгутик, вот такую вот завязочку. И точно так же разворачиваем другой стороной, находим тоже во втором ушке серединку, захватываем там, где у нас петелька жгутика, завязочки. И продеваем сквозь эту петельку вторую завязочку нашу. Затягиваем ее. У нас получилась вот такая вот шапочка, основка с завязочками. Вот так вот. Обязательно прячем кончик и мы приступаем к вязанию деталек на нашу шапочку. Начнем мы вязание деталек с ушек. Делаем кольцо амигуруми основным цветом, у меня это черный. И закрепляем нашу ниточку. Теперь в колечко провязываем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Придерживаем последнюю петелечку, стягиваем наше колечко. Стягиваем очень хорошо, чтобы не было дырочки вот здесь вот внутри. Теперь кладем на вязание вот эту ниточку и будем ее постепенно завязывать. В следующем ряду нам нужно провязать 6 столбиков без накида. То есть каждую петелечку провязываем по одному столбику. Итак, в первую петелечку 1 столбик, далее в следующую 2 столбик, в следующую 3 столбик, затем 4 столбик, 5 столбик и 6. Будет немного заворачиваться и не слишком удобно, ничего страшного. Вот так вот выворачиваете на верхушечку, вот так вот на макушечку столбик и продолжаем вязать дальше. Теперь у нас третий ряд. Мы сделаем в каждую петелечку по прибавке. То есть находим первую вот здесь вот петелечку и провязываем в нее 2 столбика без накида. Один столбик, сюда же второй. Это первая петелечка. Во вторую петелечку 1 столбик. Сюда же второй. В третью 1 столбик. Сюда же второй. Четвертый столбик. 1, сюда же второй. 5, 1, сюда же второй. И в шестой 1 столбик и сюда же второй столбик. В конце провязанного третьего ряда у нас должно получиться с 6 прибавлениями 12 петелек или провязанных 12 столбиков. Пересчитайте. Начиная с первого. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Итак, все у нас хорошо, мы провязали все столбики. Теперь следующий ряд нам нужно провязать, то есть это у нас четвертый по счету в каждый столбик по столбику без накида. То есть просто провязываем 12 столбиков в каждую петелечку по столбику. 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11,
и 12. Теперь пятый ряд мы сделаем прибавление. И начиная с пятого ряда мы будем делать прибавление. Смотрите, провязываем в первую петельку 2 столбика без накида. Провязали. А теперь нам нужно круг провязать без изменения, то есть столбики. Вот я сейчас буду вязать столбики и просчитывать, но нам нужно довязать именно до вот этого момента прибавления. То есть 2 столбика я провязала, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11. В следующие петелечки у меня уже идет вот здесь вот прибавление. Поэтому перед вот этим прибавлением мы провязали 11 столбик без накида. И сюда же я провязываю еще один столбик. То есть получается делаем прибавление в конце ряда. Мы провязали прибавление 10 столбиков и сейчас делаем снова прибавление. Это у нас пятый ряд. Затем шестой ряд. Смотрите, мы там, где делали прибавление, мы сделаем еще одно прибавление, то есть 2 столбика без накида в одну петелечку. И продолжаем снова до следующего прибавления. 1, 2, просто по столбику без накида в каждую петлю. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. И 12. Теперь в 13 петельку вот здесь вот делаем прибавление. Один столбик и сюда же второй. И следом сразу в следующую петельку делаем один столбик и сюда же второй. То есть мы делаем в одном и том же месте по прибавочке. То есть в одной и в другой. Одна прибавочка у вас будет смещаться на одну петельку. А вот когда доходите до конца ряда, вот здесь вот у вас прибавочка, вы здесь вот и прибавляете. То есть две подряд прибавочки, а между ними столбики без накида. И в одном и том же месте нам нужно будет делать прибавление до 13 ряда. То есть сейчас мы с вами провязали второй ряд прибавления, это шестой ряд. Дальше провязываем до конца этот ряд столбиками без накида. То есть просто вяжем столбиками и в одном месте делаем расширение нашего ушка. Вяжем столбики, то есть не обязательно их считать, просто вы увидите прибавление и над прибавлением предыдущего ряда провязываете прибавление в нынешнем ряду. Вот довязываем, и вот оно у нас прибавление. Мы провязываем в него прибавление и в следующую петелечку также провязываем прибавление, то есть 2 столбика без накида в одну петлю. Снова вяжем ряд столбиков без накида. Просто вяжите столбики без накида. Там видно, обратите внимание, где у вас в предыдущем ряду прибавления. Там очень хорошо видно. Там из столбика провязано 2 столбика без накида. Я думаю, что здесь считать не совсем обязательно. В принципе, если вы будете вязать и видеть, куда вы делаете прибавление, то вам будет легко и просто связать это ушко, а также следующее. Просто вот так вот вяжите до прибавления. И вот оно у нас прибавление. Мы над прибавлением предыдущего ряда делаем прибавление в этом ряду. 2 столбика без накида в одну петлю. И сразу же в следующую петелечку делаем 2 столбика без накида в одну петлю, то есть прибавление, которое, я вам говорила, у нас смещается. То есть не прибавление над прибавлением, а только в конце ряда у нас совпадают вот эти прибавления. Итак, вяжем столбики без накида снова до следующего прибавления. Довязываем ряд до конца. Это у нас заканчивается прибавлением 9 ряд. И сразу в начале 10 ряда делаем снова прибавление. И дальше продолжаем вязать столбиками без накида 10 ряд до конца. До следующего прибавления в конце этого ряда. Конец 10 ряда, делаем очередное прибавление. И сразу же в следующую петлю делаем прибавление в начале 11 ряда. И также 11 ряд продолжаем вязать столбиками
без накида до конца ряда. В конце ряда делаем прибавление. И в начале сразу же в следующую петелечку 12 ряда снова делаем прибавление. И 12 ряд вяжем до конца этого ряда, то есть до прибавления в конце ряда. Вяжем столбиками без накида. Шапочка основа у меня связана столбиками с накидом. Хотите, можете основу также связать столбиками без накида. Но мне показалось это слишком плотная вязка, так как у меня такая шапочка, скажем, ну, подойдет для новогоднего праздника. Можно сшить какую-то накидочку. И хочу сделать еще сапожки черненькие, то есть для того, чтобы было как бы костюм без зубика. Вы, если вяжете тепленькую шапочку, можете связать столбиками без накида как детали, так и ну, саму основку шапочки. Итак, дошли до конца ряда, делаем прибавление в конце ряда. И сразу же в следующую петелечку прибавление в начале уже 13-го последнего ряда прибавлений. То есть довязываем этот ряд до конца. Делаем в конце ряда последнее убавление, то есть провязываем до конца ряда столбиками без накида в каждую петелечку по столбику. Делаем последнее прибавление и затем будем вязать прямым вязанием, то есть без прибавлений, каких-либо изменений. Это у нас, повторяюсь, 13-й последний ряд. Если вы не считали, то есть если вы немножечко сбились, где-то там задержались, остановились, перемотали, то вам очень легко будет посчитать, где этот находится 13 ряд у вас вязаний. То есть смотрите, у нас идут здесь убавления, сейчас я как раз довяжу до последнего прибавления с вами. Вот, мы дошли до последнего прибавления, делаем последнее прибавление в последнюю петелечку ряда 13, 2 столбика без накида в одну петелечку. И теперь смотрите, вы можете посчитать прибавления. Они у вас идут прибавления над прибавлением в каждом ряду. Поэтому смотрите, первое прибавление мы сделали в пятом ряду. Вот она у нас видно хорошо. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. То есть просто просчитайте ряды от первого прибавления. У нас начались прибавления в пятом ряду. И вы как бы начиная прибавление считать уже пятый ряд. И далее 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13 мы с вами сейчас довязали. У меня черная пряжа, вам не совсем может видно. Но вот такое вот увеличение, смотрите, треугольничком идет. Немножечко здесь как бы завернутый у нас краешек. А затем идет одна сторона ровная. И вторая идет на увеличение как бы треугольничком. Вот он наш 13 ряд. И здесь я вам советую немножечко, скажем так, отметить ряд. То есть, смотрите, вы можете взять маркер, а можете, как всегда, я вам советую взять краешек, то есть ниточку, которая у вас осталась при наборе кольца-амигуруми. Вот она у нас. Или просто любой кусочек другой ниточки, чтобы вам было видно главное. И начинаем с первой петелечки, там, где у нас петелечка должна была быть якобы прибавлением. Это у нас начало 14 ряда. Вот с 14 ряда по 19, то есть 14, 15, 16, 17, 18, 19, 6 рядочков нам нужно провязать столбиками без накида. В конце последнего прибавления у нас получилось 30 столбиков без накида. Сейчас даже пересчитаю вместе с вами, чтобы не ошибиться и вам, скажем так, ну, ложную информацию не дать. Итак. Я провяжу вместе с вами 14 ряд, а затем до 19 вы продолжите самостоятельно. Итак, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29 и 30. Вот, как я вам и говорила, 30 столбиков по кругу после последнего ряда прибавлений. После 13 ряда мы провязали с вами 14 ряд просто столбиками без накида в каждую петелечку по столбику. У меня 30 столбиков. И я продолжаю дальше вязать 15 ряд. То есть это второй ряд наших столбиков. До 19 вяжем без изменения в каждую петелечку по столбику без накида. Здесь, я думаю, вам должно быть в принципе все понятно. Поэтому продолжаем вязать столбиками без накида. Довязали мы с вами 19 ряд. Вот они у нас получились. Ровные ряды без прибавления. Теперь мы начинаем убавлять. То есть немножечко нам нужно приубавить для того, чтобы придать красивую форму нашему ушку. Итак, 20 ряд мы начинаем сразу же с убавления. За передние стеночки берем петельки, подхватываем 2. Теперь продеваем сквозь них ниточку. У нас получается 2 петельки на крючке. И сквозь них еще раз продеваем ниточку. То есть получается вот такое вот тайное убавление, я называю. Теперь до конца ряда, до последних 2 петелек, нам нужно провязать столбики без накида. Поэтому провязываем каждую петелечку по столбику. Столбик, далее второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. И вот как раз мы подошли к концу ряда. У нас остается 2 столбика, поэтому мы за передние 2 полупетелечки вот эти подхватываем, захватываем ниточку на крючке 2 петелечки и сквозь них еще раз продеваем ниточку. То есть мы сделали, получается, в этом ряду 2 убавления. 30 столбиков минус 2 столбика, 2 убавления, 28 столбиков в конце этого ряда. Теперь продолжаем вязать следующий ряд. Он у нас по счету получается уже 21. Снова делаем убавление в начале ряда. 2 полупетелечки захватываем за передние стеночки. Теперь продеваем сквозь них ниточку. У нас на крючке 2 петелечки. Сквозь 2 петелечки снова продеваем ниточку. Сделали убавление. И продолжаем до следующего убавления, то есть до конца ряда без 2 петелек, провязывать столбики без накида. Итак, у меня уже 3 столбика. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. И теперь у нас 2 петельки остается до конца ряда. Мы захватываем за 2 полупетелечки после 24 провязанных столбиков и делаем убавление. За 2 передние стеночки продеваем ниточку. У нас получилось на крючке 2 петелечки. И сквозь 2 петелечки еще раз ниточку. Сделали убавление. Теперь нам нужно провязать 2 ряда без изменения столбиками без накида. Поэтому я вам советую сейчас вот эту ниточку, которую мы ставили отметочку в начале провязывания столбиков без накида, перекинуть эту ниточку вот сюда, в начало ряда. Сейчас мы с вами провяжем
получается уже 22 и 23 ряд столбиками без накида. Мы с вами сделали 2 раза по 2 убавления, поэтому у нас сейчас 26 столбиков без накида. Вот нам нужно 26 столбиков без накида провязать 2 ряда, то есть 52 столбика. Итак, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 50, 51 и 52. Провязали наши столбики без изменения. Как вы видите, после убавления у нас ушко немножечко приобретает такой вот извилистый вид. Теперь мы провязали, получается, 23 ряд. 24 ряд мы снова сделаем убавление в начале и в конце ряда. Поэтому в начале ряда делаем сразу убавление за 2 передние стеночки. 2 полупетелечки подхватываем на крючок. Сквозь них продеваем ниточку, на крючке 2 петелечки. Сквозь них продеваем еще раз, получается, 1 столбик провязали. Теперь считаем 1, 2, просто провязываем далее столбики, как всегда, до конца ряда. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Остается 2 столбика. Мы делаем убавление в конце ряда за 2 передние полупетелечки. Захватываем на крючок, сквозь них продеваем ниточку, на крючке 2 петелечки, сквозь них еще раз продеваем ниточку. Мы сделали убавление, и 25 ряд мы провяжем, получается, столбики без накида. Поэтому я вам советую еще раз поднять ниточку или просто перенести маркер в начало ряда. Это у нас получается 25 ряд, и вот мы, смотрите, провяжем его сейчас столбиками. У нас должно с убавлениями получиться 24 столбика. Поэтому 25 ряд мы с вами провяжем 24 столбика вместе. А затем вам нужно будет самостоятельно провязать 26, 27 и 28. То есть 3 ряда, помимо того, что мы с вами сейчас провяжем 24 столбика. Довяжите еще самостоятельно 72 столбика. То есть 24 первые мы провяжем с вами. А затем 3 ряда по 24. Это у нас получается 72 столбика без накида. Вы провяжете еще раз повторяю, самостоятельно. 2, 4, 6, 7 столбиков я провязала. Далее 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18, 19, 20, 21, 22, 23 и 24. Все, мы провязали с вами 25 ряд, до 28 еще 3 ряда. Довяжите самостоятельно просто столбиками без накида в каждую петелечку по столбику. Мы провязали с вами 72 столбика, теперь в следующую петелечку делаем соединительный столбик и вытягиваем нашу ниточку. Вытягиваем сантиметров, наверное, на 30 и обрезаем ниточку. То есть оставляем ниточку для пришивания. Вытягиваем нашу основную ниточку от моточка. У меня была присоединена вот эта вот ниточка-маркер. То есть она у меня изначально идет от кольца амигуруми, поэтому я ее отрезаю. Если у вас просто маркер, снимаете маркер, он вам больше не нужен. У нас получилось вот такое одно ушко. И желательно проденьте сразу, чтобы вы не забыли вот эту ниточку, которая для пришивания. Проденьте ее в серединку через ближайшую петельку. То есть для чего мы это делаем? Для того, чтобы выровнять просто вот этот круг. Чтобы не было таких переходов, лесенок, перепадов.
Все, ушко наше готово. Нам такие детальки нужно 2 штучки. Поэтому делаем точно такое же ушко. Оно у нас получается вот так вот будет выглядеть. 2 деталечки. И мы с вами продолжаем вязать рожки. Берем ниточку снова черного цвета. Делаем привычное наше кольцо амигуруми. Закрепляем его и набираем в колечко 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Провязали 6 столбиков. Берем ниточку и стягиваем наше колечко. Колечко стягиваем плотно, чтобы не было дырочки посередине. Теперь нам нужно провязать в каждую петелечку по столбику. То есть 6 столбиков без накида. Я буду завязывать наш краешек ниточки, поэтому, в принципе, советую вам тоже завязывать по ходу работы. Итак, первый столбик, в следующую петелечку, второй столбик, в следующую петелечку, третий столбик, в следующую петелечку, четвертый, далее пятый и шестой. Так как у нас загинается наверх наше вязание, то вы его обратно выгните вот так вот аккуратненько. Теперь нам нужно в третьем ряду начать делать прибавление. То есть, как мы с вами делали прибавление и в первый раз. Вначале находим первую петельку из 6 и провязываем в нее 2 столбика без накида. Сделали прибавление. Затем провяжем до этого прибавления столбики без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Снова дошли до этого прибавления, делаем прибавление. Еще раз повторяем. Делаем в начале ряда прибавление, провязываем 2 столбика без накида в первую петельку. И теперь до следующего прибавления вяжем столбики без накида. 2, 3, то есть по кругу просто столбики без накида. 4, 5, 6. И вот дошли до прибавления, поэтому делаем сюда прибавление. 2 столбика без накида в одну петлю. Теперь снова делаем прибавление. 1, сюда же второй столбик. И дальше вяжем столбики без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. И в 9 делаем прибавление. 9 и 10. То есть в одну петелечку провязали 2 столбика без накида. Снова сразу же провязываем 2 столбика без накида в начале ряда. Итак, 1 начинаем провязывать столбики. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. И провязываем в 11 петелечку прибавочку. 2 столбика без накида в одну петлю. Снова делаем сразу же прибавление в начале ряда. И начинаем отсчитывать. 1 столбик, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И делаем прибавочку. В одну петелечку 2 столбика без накида. И посчитаем сейчас, сколько у нас столбиков провязанных по кругу. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Все, сделали прибавление. И теперь нам нужно сделать... Смотрите, у нас сейчас в конце ряда 16 столбиков. Нам нужно сделать прибавление до 17. Поэтому
Мы сейчас сделаем в начале ряда прибавления, как обычно, 2 столбика без накида в одну петлю, и больше прибавлений делать не будем. То есть этот ряд просто довязываем до конца столбиками без накида. Уже прибавления делать не будем. Если вы посчитаете, у нас сейчас получается 9 ряд по провязыванию. Я не считала, не отсчитывала каждый ряд, просто вязала прямым вязанием, то есть по кругу, не отсчитывая. Итак, вот смотрите, мы дошли до 2 прибавлений подряд. Мы провязываем одно из этих прибавлений, у нас получается закончился 9 ряд. Теперь 10, 11, 12 ряд нам нужно провязать эти столбики без накида. То есть по кругу мы сейчас провяжем 10, 11, 12 ряд. 3 ряда столбиков без накида. И начинаем считать. Если хотите, можете посчитать. То есть смотрите, 17 мы умножаем на 3 ряда, то есть это 68 столбиков без накида. Можете поставить, как всегда, кончик маркер наш или пластиковый маркер, как вам удобно было ставить. И можем отсчитывать сразу 68 столбиков без накида, то есть начиная с первой петельки. Кому удобно, просто посчитайте 3 ряда. То есть я буду считать 68 столбиков без накида. 3, 4, 5, 6. Обратите внимание, мы вяжем без каких-либо изменений, просто по 17 столбиков в каждом ряду. Довязали наши 3 ряда столбиками без накида, это 51 столбик получается без накида. Теперь первую петелечку делаем соединительный столбик и обрезаем нашу ниточку. Но для начала вытяните, оставьте сантиметров 20-25 для пришивания, затем обрезаете. И снова, как всегда, на серединку, вот здесь вот на изнаночную, я бы сказала, сторону, вот эту на серединку, вытаскиваете через ближайший столбик, через ближайшую петелечку на изнанку. Вот она, ниточка. То есть для того, чтобы опять же совместить круг. Обрезаем нашу ниточку маркера, она у меня присоединена к вязанию кольцами гуруми, поэтому она мне не нужна. Если у вас маркер, просто вытягивайте. И у нас сейчас готов средний рожок. То есть, смотрите, у нас есть три вида наших рожек. Первый вид рожек – это тот, который возле ушек, затем рожки, потом ушки. А затем есть еще два вида – маленькие рожки и еще меньшие рожки. То есть, три вида рожек по размерам – большие, средние и маленькие. Сейчас мы с вами сделали средний рожок. Таких рожков вам нужно сделать 2 штучки. Большой рожок от этого рожка отличается только тем, что провяжется на ряд всего лишь длиннее. То есть, смотрите, вы точно так же его провязываете, но довязываете еще 13 ряд по счету столбиками без накида. То есть, это тот рог, который находится возле ушка. И нам осталось довязать вот такой вот маленький рожочек. То есть, вот так вот будут идти. Сейчас вам хочу показать расположение ушек. Вот оно, наше ушко, которое мы с вами делали. Затем идет второе ушко. Между ними идут 2 вот такие большие рожка. Затем идут 2 средние рожка и за ними 2 маленькие. То есть всего лишь от вот этого среднего рожка вам большой нужно провязать больше на 1 ряд столбиков без накида. Повторяйте все то же самое. То есть всех рожков нам нужно сделать по 2 штучки. А маленький рожок я вам сейчас покажу, как делать. Он вяжется точно так же, но нам нужно будет главное вовремя его остановить вязать. Берем ниточку, делаем кольцо амигуруми и закрепляем его. Теперь провяжем в него 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Стягиваем наше колечко, провязываем в каждую петелечку по столбику без накида. То есть в этом ряду провяжем 6 столбиков без накида. Итак, находим первую петельку, провязываем в нее столбик без накида. 1, следующую, 2, следующую, 3, затем 4,
пятый и шестой. Снова у нас выворачивается вязание, выверните его обратно вот так вот наверх. Теперь нам нужно сделать снова очередные прибавления. То есть в начале ряда мы делаем прибавление и в конце ряда. Первую петелечку провязываем 2 столбика без накида, то есть первое прибавление. Затем провязываем в каждую петелечку по столбику до конца ряда. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. 6 мы провязали 6 благодаря тому, что мы сделали прибавление. Мы остановились на прибавлении, поэтому сюда же провяжем еще 2 столбика без накида. И следом за ним мы начнем ряд снова 2 столбика без накида. То есть это мы уже с вами делали. Мы просто повторяем то же самое, но при этом я вам хочу показать, где остановимся мы вязать маленький рожок. То есть повторяем то же самое, что делали на среднем и на большом. Сделали 2 прибавления, теперь снова до следующего прибавления провяжем мы просто столбики без накида. 1, затем 2, поворачиваем 3, 4, 5 и 6. Теперь снова у нас прибавление, делаем над ним прибавление. 2 столбика без накида в одну петелечку. И сразу же за этой петлей в следующую делаем прибавление. 2 столбика без накида в одну петелечку. Теперь в каждую последующую петелечку провязываем по столбику без накида до конца ряда, то есть до нашего прибавления. Просто провязываем столбиками без накида. Вот так вот продолжаем наше прибавление. Вот оно у нас прибавление, поэтому мы над прибавлением делаем еще прибавление. 2 столбика без накида в одну петелечку. И в следующую петельку мы провязываем прибавление. 2 столбика без накида в одну петелечку. И продолжаем вязать просто столбиками. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Снова делаем прибавление. Над прибавлением вот так вот следующую петелечку. Сделали прибавление 2 столбика без накида. И в следующую петелечку делаем прибавление 2 столбика без накида в одну петлю. И снова до конца ряда мы провяжем до прибавления столбиками. 2 столбика, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и прибавление делаем. Теперь смотрите, мы сейчас просчитаем с вами столбики. Их должно быть 16, как и в первый раз. То есть, смотрите, мы делали прибавление до 16 столбиков. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. И сейчас сделаем первую петелечку в последнем ряду прибавление, то есть до 17 столбиков. Нам нужно до 17, как и в первый раз. То есть, смотрите, 2 столбика мы провязали в первую петелечку, это уже считается с прибавлением 2 столбика. Теперь продолжаем считать 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 и провязываем последний столбик 17 над прибавлением. Провязали прибавление до 17 столбиков. И теперь у нас получается, мы делали прибавление в предыдущий раз, я вам говорила, до 9 столбика. 9 включительно с прибавлениями, до 17 петелек по кругу. Теперь у нас получается по счету 10 ряд.
Мы с вами вязали в первый раз с 10 по 12 прибавления, для большого рожка с 10 по 13, а для маленького всего лишь 10 провяжем по столбику без накида в каждую петлю. То есть мы сейчас провяжем 17 столбиков без накида по кругу, на этом наш маленький рожок останавливается. Итак, я провязала 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 и 17. Все, делаем соединительный столбик в первую петелечку, вытягиваем нашу ниточку, обрезаем. И вот это наш маленький рожок. Такие детальки вам тоже нужно сделать 2 штучки. И теперь мы приступаем к вязанию глазика. Начнем мы вязание с основы глазика. Она у меня желто-салатового цвета, поэтому я беру уже не черный, а желто-салатовый цвет и делаю кольцо амигуруми. В колечко я закрепляю петелечку и набираю 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Не спешите стягивать колечко, у нас еще сюда будут 5 столбиков с одним накидом идти. Делаем накид и провязываем в колечко еще 5 столбиков. Один столбик, накид, второй столбик, накид, третий столбик, накид, четвертый столбик, накид, пятый столбик. Теперь стягиваем наше колечко и очень-очень плотненько. Аккуратненько придерживайте петельку, чтобы не порвалась ниточка. Тяните очень аккуратно. У нас стянуто хорошо наше колечко. Посмотрите, нет никаких зазернышек, в общем, дырочек. И теперь делаем соединительный столбик в первую петелечку. У нас получился вот такой вот кружочек-овальчик немножечко. Теперь делаем столбик без накида сразу же, сюда же. Можно, в принципе, не делать соединительный столбик, как будет удобно. Сделать просто столбик без накида. Вот так вот лучше сделаем. Теперь делаем 3 подряд прибавки столбиков без накида. Один столбик сюда же, второй без накида. Затем в следующую петелечку один столбик сюда же, второй. И в третью петелечку один столбик. Сюда же второй. И завершаем это все столбиком без накида в следующую петелечку. Теперь переходим ко второй части глазика, там где столбики с накидом. Делаем накид и в следующую петелечку делаем столбик с одним накидом. Затем в следующую петелечку провязываем 2 столбика с одним накидом, то есть делаем прибавление. В следующую петелечку снова делаем 2 столбика с одним накидом, то есть вторую прибавочку. В следующую петелечку снова 2 столбика с одним накидом, третью прибавочку. И в следующую петелечку 2 столбика с одним накидом, четвертую прибавочку. В следующую петлю делаем столбик с одним накидом и в следующую соединительный столбик. Вот у нас получается такой вот нестандартный круг амигуруми, а вот такое что-то непонятное, благодаря чему у нас получится вытянутый глазик. Теперь делаем сразу же после соединительного столбика первую петелечку, после нее прибавление столбиков без накида, то есть 2 столбика без накида в одну петлю. Теперь делаем 1 столбик без накида. Снова в следующую петелечку сделаем прибавление 2 столбика без накида, в следующую петлю столбик, 2 столбика без накида, в следующую петлю столбик и 2 столбика без накида, в следующую петлю и столбик. Как это все посчитать? Смотрите, у нас получается... Мы начали с прибавления столбик, прибавления столбик, прибавления столбик, прибавления столбик. То есть 4 раза. Но смотрите, в четвертом разе, разе у нас здесь заканчивается столбиком, мы его прираспускаем. То есть я вам сейчас объясню почему. Смотрите, мы как бы сделали четвертый неполный
раппорт. Два столбика столбик, два столбика столбик, два столбика столбик, а делаем накид. И вместо последнего столбика без накида делаем столбик с одним накидом. Нам это нужно для того, чтобы как-то красивенько сделать переход. Теперь делаем накид, находим следующую петельку и делаем два столбика с одним накидом в нее. Один и сюда же второй столбик. Далее в следующую петельку один и сюда же второй столбик. То есть мы должны сделать подряд 6 прибавлений. Мы сделали первое прибавление 2 столбика, второе прибавление 2 столбика, далее третье прибавление делаем 2 столбика, четвертое прибавление делаем 2 столбика в одну петлю. 1, 2. Далее пятое прибавление в следующую петелечку. 1, 2. И шестое. 1. И сюда же второй столбик. Сделали 6 прибавлений подряд. И завершаем это все столбиком с накидом в следующую петелечку. Вот такой получился у нас нестандартный глазик. Теперь делаем накид. В следующую петелечку делаем полустолбик, то есть захватываем ниточку и сквозь 3 петелечки продеваем одну ниточку. Теперь делаем 5 столбиков без накида. Начинаем отсчитывать 1 столбик, в следующую петелечку 2 столбик, в следующую петелечку 3 столбик, в следующую петелечку 4 столбик, в следующую петелечку 5 столбик. Теперь делаем накид и в следующую петелечку делаем один полустолбик. Снова захватываем через 3 петелечки, продеваем ниточку. То есть как бы незаконченный столбик с накидом. И теперь сделаем 2 столбика с одним накидом подряд. Один столбик, в следующую петелечку второй столбик с накидом. Теперь делаем накид. Следующую петелечку делаем снова полустолбик. Захватываем ниточку на крючке, 3 петельки, и сквозь них продеваем вот так вот. Делаем как бы зауженную часть глазика. То есть, если вы возьмете глаз, то это у вас внутренняя часть глаза. И мы здесь сделали немножечко столбиков, там, где у вас столбики без накида. Теперь сделали полустолбик и провязываем 5 столбиков. Без накида. 1, 2, 3, 4 и 5. Сделали 5 столбиков. Теперь снова делаем накид и в следующую петелечку делаем полустолбик. Захватили ниточку, у нас 3 петелечки, сквозь них продеваем общую ниточку. Теперь нам нужно сделать 8 прибавлений сразу столбиками с одним накидом. В следующую петелечку делаем прибавление. Один столбик, сюда же второй, первое прибавление. Один столбик, сюда же второй, второе прибавление. Далее в третью петелечку третье прибавление. В четвертую петелечку четвертое прибавление. В пятую петелечку пятое прибавление. Далее в шестую шестое. В седьмую седьмое прибавление и в восьмую последнее прибавление. Два столбика с одним накидом в одну петлю. То есть смотрите, мы одну часть глазика вяжем столбиками без накида, вторую часть столбиками с накидом, для того, чтобы расширить наш глазик. Теперь делаем накид и в следующую петелечку делаем полустолбик. Захватываем ниточку, сквозь 3 петелечки продеваем ниточку. Делаем как бы незаконченный столбик. Теперь провязываем 5 столбиков без накида. 1, 2 столбика, 3, 4 и 5. Провязали 5 столбиков без накида, теперь сделаем 2 прибавления подряд. 1 столбик, сюда же 2, первое прибавление, в следующую петлю 1 столбик, сюда же 2, второе прибавление. Теперь сделаем 2 полустолбика подряд. Один столбик, петельку, продеваем сквозь все 3 петельки. И второй столбик, делаем накид и сквозь 3 петельки продеваем все петельки. То есть сделали 2 полустолбика подряд. Теперь в одну петельку делаем прибавление 2
столбиками без накида, то есть сделали 2 столбика без накида, и снова делаем подряд 2 полустолбика. Захватываем ниточки сквозь 3, делаем неполный столбик с накидом, и снова захватываем, делаем накид, и следующую петелечку делаем полустолбик. Захватываем ниточку и сквозь 3 петелечки продеваем ниточку. То есть, если стандартный столбик мы делаем с накидом, это делаем накид, затем через 2 петельки продеваем ниточку, еще через оставшиеся 2, то здесь сразу через 3 заканчиваем провязывать столбик. Сделали 2 полустолбика и дальше провязываем 7 столбиков без накида подряд. 1, 2 столбик, 3, 4, 5, 6 и 7. Сделали 7 столбиков, а теперь сделаем 1 полустолбик. Захватываем ниточку и сквозь 3 петельки продеваем нашу ниточку. Теперь сделаем прибавление. Сделаем накид и в следующую петельку сделаем прибавление. 2 столбика с одним накидом в одну петлю. Затем провяжем столбик с одним накидом в следующую петлю. Снова прибавление делаем 2 столбиками с одним накидом. Просто столбик с одним накидом в следующую петлю. Вот, как вы видите, снова раппорт повторяется. Прибавление, столбик. Так мы делаем 4 раза. Это получается 2 раза сделали. Снова прибавление, столбик. 3 раза. Прибавление, столбик. 4 раз. Сделали 4 раза, но нам нужно как бы завершить. Поэтому я еще раз сделаю 5 раз прибавление, столбик. Теперь делаем накид, делаем следующую петельку полустолбик. И делаем соединительный столбик в следующую петелечку. То есть таким образом мы с вами закончили, вот так вот как бы замкнули кружочек. Теперь берем ниточку. Вытаскиваем так, чтобы вам достаточно было пришить глазик, и обрезаем. Ниточку вытаскиваем на изнаночную сторону, как я вам всегда говорила, чтобы замкнуть красивый ровный круг. Вот он у нас. Вот эту ниточку, которая у вас с внутренней стороны, можете ее тоже обрезать, если вы ввязывали. Если не ввязывали, обязательно ее закрепите. Вот здесь вот, смотрите, просто вдеваете в любую петельку. Захватываете и делаете воздушную петлю. Просто вот так вот самым обычным способом можно ее закрепить. Обрезаем, чтобы она нам не мешала пришивании глазика. Он, возможно, немножечко у вас будет крутиться, но это ничего страшного, так как здесь были соединительные столбики, полустолбики, столбики с накидом, столбики без накида. То есть у нас получился вот такой вот как бы искаженный овал или... Как иначе сказать? В общем, одна часть глазика закончена. Но нам нужно сделать зрачок. Зрачок я буду делать черным цветом. То есть берем снова черный цвет. Делаем кольцо амигуруми. Закрепляем и провязываем в колечко 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4. 5, 6. Придерживаем петельку, стягиваем наше колечко. Стягиваем хорошо, чтобы не было дырочек. Теперь нам нужно сделать прибавление, то есть каждую петельку провязать по 2 столбика без накида. Первую петельку провязываем 2 столбика без накида. По ходу вязания я сразу завязываю ниточку. Первый столбик прибавления, во второй столбик второе прибавление, в третий столбик третье прибавление. Четвертый столбик, четвертое прибавление. Пятый столбик, пятое прибавление. И в шестой столбик, шестое прибавление. У нас получилось в конце ряда 12 столбиков, провязанных без накида. Теперь мы будем чередовать столбик, прибавка, столбик, прибавка, столбик, прибавка до конца ряда. Кусочек вот этот ниточки, краешек, оставьте в начале ряда как маркер, чтобы знать, где начинается и заканчивается ряд. Итак, в первую петелечку столбик, во вторую 2 столбика без накида, то есть прибавку. Итак, чередуем. Столбик, прибавка. Столбик,
прибавка. Столбик, прибавка. У нас должно столбик, прибавка получиться 6 раз в этом ряду. Столбик, прибавка. И последний раз чередование. Столбик и прибавление. Добавилось 6 столбиков, 6 петелек, поэтому у нас уже в ряду 18 столбиков без накида. Теперь мы чередовать будем 2 столбика без накида, третью прибавление делать. Итак, начинаем. Столбик, столбик, третью прибавление, 2 столбика. Первый раз. Дальше. Столбик, столбик, прибавление. Второй раз. Столбик, столбик, прибавление. Третий раз. Столбик, столбик, прибавление. Четвертый раз. Столбик, столбик, прибавление. Пятый раз. И последний раз. Столбик, столбик, прибавление. Шестой раз сделали. Первую петелечку делаем соединительный столбик. Вытягиваем нашу ниточку. Не спешите пока обрезать. Можете обрезать тот маркер, который мы ставили в начале ряда. То есть, чтобы он вам не мешал. Приложите к вашему глазику вот так вот наш зрачок. Если вам кажется, что этого достаточно размера, то останавливайтесь. Если же у вас ниточка меньше, тоньше, то в соответствии с глазом вам нужно вывязать круглый зрачок. Если маленький, то вам нужно будет прочередовать следующий ряд 3 столбика без накида в следующую прибавку. 3 столбика без накида в следующую прибавку. Если же наоборот большой, то распустите этот ряд, оставьте там, где у вас столбик прибавления. Столбик прибавления. Но мне вот этого достаточно, поэтому я вытаскиваю ниточку на то расстояние, которое мне нужно для пришивания нашего глазика. Вытаскиваю ниточку, как всегда, замыкая круг, ближайшую петельку на изнаночную сторону. Вот он у нас кружочек и глазик готов. Такие детальки вам тоже нужно сделать по 2 штучки, то есть 2 глазика и 2 зрачка. И когда у нас все детальки готовы, мы можем приступать к сборке. Поэтому берем все, так скажем, распределяем, чтобы у вас было четное количество всех деталек, то есть по 2 всего. И затем мы начинаем пришивать постепенно ушки, затем рожки и вот эти вот боковые рожки, то есть в таком расположении, что у вас сверху идут самые большие, затем средние ниже ушек и самые маленькие в самом низу. Ну, то есть вы смотрите на картинку или на свое усмотрение начинаете пришивать. Но единственный момент, который я хочу заострить ваше внимание, тем, что вот эти вот детальки, которые наверху у нас все, пришиваются с наклоном назад. То есть просто, чтобы они были немножечко наклонены назад. Чтобы это получилось не корова с рогами, а именно вот напряженный, так скажем, беззубик, у которого немножечко оттопырены назад вот эти вот ушки, рожки и так далее. Точно так же и глазки. Я вам советую наметать, допустим, черным цветом, любым другим цветом, именно расположение. И как только вы наметаете приблизительно, где они у вас должны располагаться, если вам нравится, если все ровненько, только тогда начинайте пришивать вот этой ниточкой, которую мы оставляли для пришивания деталей. Точно так же и здесь внутренняя часть глазика тоже. Сначала наметайте другим цветом, а затем уже, если вам нравится, все пришивайте. И я не сказала в самом начале, нам сейчас понадобится другой кусочек ниточки. То есть буквально совсем, как вы видите, у меня он небольшой, сантиметров 15, наверное, будет достаточно. Я взяла сиреневого цвета, хотите возьмите фиолетового, хотите возьмите такого же желтого, в общем, любого другого цвета для вышивания носика. Носик у него буквально там 2 стежка. Вот, хотите возьмите любой другой цвет, хотите возьмите такой же, как и глаза, в общем, любой цвет, кроме черного, чтобы эти глазки было видно.
Так как беззубик черно-сиреневый, черный такой фиолетовый бы я даже сказала, то я буду использовать вот такой вот сиреневый цвет. Конечно, его немножечко не видно, он светлый по сравнению с шапочкой, но он такой у меня сиреневый красивый цвет, то есть такой как цветок сирени. Вот. Вы хотите, можете использовать, можете какой-то голубой, синий, ну, в общем, любой, в принципе, на ваше усмотрение. Итак, начинаем сборку беззубика. Я здесь думаю, что вы справитесь, не буду вам показывать именно поэтапно, но я буду сначала пришивать ушки, рожки верхние, а затем от них опираюсь и отталкиваюсь, уже пришиваю нижние вот эти вот рожки, которые у нас боковые. Вот так. В общем, нам осталось, в принципе, пришить только детальки. Вот, смотрите, сначала пришиваем ушки, затем рожки, от него опираясь, и боковые наши рожки, большие сначала, затем маленькая. Ровно все посерединке у вас должно быть, и при расширении шапочки, то есть при одевании на голову, либо придавании ей объема, должно все это падать назад. То есть, смотрите, у меня ушки падают назад, рожки упали назад. Если не падают, еще их нагните. В общем, вот так вот должно выглядеть у вас пришивание деталей. Теперь, смотрите, нам осталось пришить глазки. Опять же, глазки мы распределяем, как нам удобно. То есть, как вы хотите, чтобы они лежали. Поближе, подальше. Ну, в принципе, я буду где-то... чтобы не сильно близко и чтобы не сильно далеко располагать свои глазки. Теперь смотрите, обязательно перед тем, как пришивать, снова наметайте другим цветом расположение глаз, то есть чтобы оно все лежало у вас ровненько и аккуратненько относительно шапочки, ушкам, ушкам, которые у нас на самой шапке. То есть, в общем, как вам нравится. Обязательно сделайте предварительные наметочки. И затем уже пришиваете глазки. Как только пришиты глаза, мы начинаем пришивать зрачки к глазам. Единственное, что я вам рекомендую, не обрезайте вот эту ниточку, которой пришивали белки. Будем называть вот это вот белки. Почему? Потому что на вот этих вот зрачках вы будете делать блики. То есть просто потом вдеваете ниточку снова в иголочку и уже на пришитый зрачок начинаем вышивать блик. То есть буквально пару стежочков делаем вот здесь вот на краешке нашего зрачка. С одной стороны. И опять же берете, делаете зрачок, пришиваете красивенько, ровненько с другой стороны. И вот этим остаточком делаете блик уже с другой стороны. Ну, то есть просто как бы оставляем вот эти вот желтенькие наши остаточки на блике. Если вы блики делать не хотите, просто тогда пришиваете зрачки черные и тогда пару стежочков делаем сиреневым цветом. Либо другим, каким у вас есть. В принципе, здесь уже значение не сильно играет. Делаем вот здесь вот два маленьких стежочка с одной стороны и с другой стороны. Это будет и наш носик. Я надеюсь, что вам осталось все понятно. Если что, задавайте вопросы, комментируйте, ставьте лайки. Обязательно не забывайте подписываться на мой канал. Этот и присоединяйтесь на мой новый открывшийся канал. Ссылочку оставлю под этим видео в описании. Поэтому всем хорошего настроения, ровных петелек. Пока-пока!